Как только мы переступаем порог медицинского центра академика Фридона Тодуа, НИИ клинической медицины города Тбилиси, с того самого момента начинается наше лечение. Лечебный эффект, связанный с созерцанием полотен, известен издревле. Великий Авиценна тоже описывал зависимость между цветом, человеческим темпераментом и здоровьем человека. В холле клинической медицины академика Фридона Тодуа царит уютная и спокойная атмосфера. Пианист великолепно исполняет успокоительные музыкальные произведения на рояле. Не только коридоры и холлы клиники, но и больничные палаты украшены разными по жанру и стилю картинами грузинских художников, созданные в недавнем прошлом и в настоящее время, а также представлены произведения скульптуры. Эта скульптура изображает грузинский танец «Самая», который исполняется тремя женщинами-танцовщицами. На сегодняшний день «Самая» – воспаление и прославление царицы Тамары, королевы Грузии, правившая в 12-13 века. Три исполнительницы в танце воплощают три образа, три ипостаси царицы Тамары: молоденькая принцесса, мудрая мать и могущественная правительница. Все эти образы сливаются в одну гармоничную картину. Кроме того, простые, но мягкие и грациозные движения создают атмосферу красоты, славы и могущества, которыми, как ореолом, было окружено правление царицы Тамары. Известно, что некоторые произведения искусства имеют высокую биоэнергетичность и обладают сильным положительным психотерапевтическим воздействием на здоровье людей. В последнее время все чаще говорят о доказуемом проникновении нематериального в реальную материю. Живопись, так же как и музыка, берут свою энергию из окружающего пространства. Художник преобразовывает эту энергию и переносит на холст. Великие живописцы, находясь в состоянии творческого экстаза, работали на сильном всплеске биоэнергетики, которая через кисть руки переходила на краску и холст с наложением мыслей и эмоций мастера. Суммарная энергетика излучения всех цветов и наложенная на подсознание биоэнергетика дают тот неповторимый магический эффект лечебной живописи, которая способствует не только духовному, но и физическому оздоровлению человека.